это новая наша прорубь. Очень грязная, но Саня ни по чем. Он любит. А еще тут есть? Там есть рыбки. Там есть рыбки. Санек, поймай мне какой-нибудь такой, килограммчик полтора. Ну что, есть там дно? Ты только туда не плыви, Сань. На дне стоит. Чем так, давай, Сань. Ромыч пришел. Всем привет, кто отсутствует. Миша, статью перечитай про пусть ваше да будет да, ваше нет нет. Илюх, тебя это тоже касается. Ну как, Сань? Как ощущение в новой проруби? Смотрите, какая у нас поляна. В Африке. Ну честно, водичка не чистая, но... Да, здесь как-то не чистая. Рыбки плавают. Наверное, попы слишком сильно осветили ее. А что болтать? Ду-ду-ду. Рома, по-моему, ты что-то против, да? Нет. Не думай долго, не пойдешь. Только не плыви, Ром. Да не, не плыви, слышь. А что, не плавать? Нельзя, что ли? Можно. Ром, давай, не думай. Вода тут тюкнет. Вот оно, оно. О, поплыл. Вот он наш карась. Хочет растить эту прорубь. Вот так стоишь? Стою. Володя, вообще... Ты супер. Ромыч, красавчик. Володя, еще лучше. Наш морж. Третьего поколения. Я знаю, у него просто... Какие-то, наверное, наночастицы он мажет себе, ему тепло. Он же все-таки работает в английской компании. О, пошел еще один морж. Давай, Карен, как Володя, плавай. Не, ребят, сегодня я пас. Не, хорошо. Сегодня тут неплохо. Женек пришел. Женек, поздоровайся со всеми. Смотри, всем привет. Парни! Пусть вылечится моя простуда. Вылечится. Давай, Женек. Ты сегодня последний. Ой, Женек, красавчик! Да, кстати, оператор сообщил, что сегодня минус 7 или 8. Ой, Женек, красавчик! Вон они одеваются. Все трусы сняли? Осторожней, грозь. Так и делай. Я резать ничего не буду. Только твой язык. А ты в этот момент поставь музыку. Ты можешь меня снимать, я пока красивый. Володь сегодня поплавал от души. Да, мне сегодня очень понравилось. Вот. Но в следующий раз, Ром, ждем тебя у нас. У нас водичка нет, почище. Рома приходит в 6, берет лом, делает то же самое у нас. И мы плаваем в кристально чистой воде. С рыбками. Да. Карен запускает рыбу. Ну-ка, проверьте карманы, у кого в карманах. Карен, что у тебя в трусах швелится? А говорит, вырезать ничего не буду. Рыбка. Саня сегодня в сером. Карен. Господа хорошие. Поворачивайте. Мы были очень рады. Володю больше не буду снимать. Он пошел рыбок сушить. Кусается потихоньку. Саню кого-то там кусает. Так. Между прочим, я вам скажу, что ощущения, такие вот ощущения. Господа, короче, не слушайте его, у него ощущения не шушения. Кстати, слушайте меня. Хочу кое-кому передать привет.
Женек, ты снимаешь? Все, ладно, Карен, ты передал свой привет. Этот незнакомый или незнакомка, вам привет. Этот, как его? Сань. Да. Передай привет нашим Соням, из-за которых я сегодня снимаю. Всем, кто любит спать. И не пошел в прорубь. Ноги замерзли, ты пляшешь. Нет. Это шевеление. Смотри, смотри, я на одной ноге балансирую. У тебя одна нога, как у нас две. Ладно, не знаю. Так, господа смотрители или слушатели, как вас назвать, не знаю. Да. Оцените наш сегодняшний поход. Мы в Кожухово, в районе, где раньше была свалка. Температура за бортом минус 8. Минус 7. Нас тут раз, два, три, четыре, пять человек и один снимающий. Вот. Ты отказался выполнять. Нам было, да, сегодня, приятно с вами. Я сегодня не... У меня просто тело очень чувствительно, аллергию быстро цепляет. Поэтому я что-то испугался туда лезть. Не, ну, холод ни почем, брезгуем мы. Им-то что, у них кожа... о том, что вода как раз нормальная. У них кожа толстая. У них кожа толстая, им ни почем какие-то там, не знаю. Очень сочкуешь ты, понимаешь? Карен, это видео не будет популярно, как гамнастайл, так что ты мало на камеру работай. Слышь, скрытая реклама, походу. Да, он мне лямчики. Пойдем лучше на рыбу посмотрим. Да, я сейчас пойду. Если уроню Володь, это были последние кадры. Надеюсь, на флешку записывается. Вот. Здесь вот, ребят, если видно будет. Здесь вот есть, плавают рыбки. Я не знаю, вам видно? Нет, вон она. Плавают. Много рыбок и вода очень мутная. Очень мутная. Я думаю, видно рыбок. Вон они. Плавают, плавают. Плавают головастики. Это, конечно, не рыбки, а головастики, но. Здесь вот там, где. Вон там вообще акула. Да я держу, ты чё? Но в следующий раз обязательно надо будет проплыть. Володя испугался за свой телефон. Блять, мой телефон. Все оделись, всем хорошо. Плохо тем, кто сейчас спит. Вот. И как ну, приятно, что мы обратно не бежим, а я. Давайте каждый теперь привет передавайте. Всем своим. Всем своим. Всем. Я по шаблону. Рома. Зачем за рамки выходить? Жень, папе, маме. Пап. Так, Саня, жене. Жене? Да жене салют. Букет цветов. О, все, супруга, слышал, сегодня у тебя букет цветов. Саня, Карен, сейчас у метро выбрать. Карен знает, компьютеру. Кому передает. Компьютеру? Какому компьютеру? Симона. Любимому компьютеру. Так, ну, Володь, жене, дочке. Всем привет. И всему собранию. Так, я сегодня не снимался, это как-то неисправимо. Пусть присоединяются в водных процедурах. Вот, мы сегодня были в Кожухово. Здесь очень тепло. Для меня особенно. Солнышко светит, плюс 15. Да, жалко, только зашло, зашторилось немножко. Могли да, ты показать. Время-то не увеличивай. Вот, ну, ребят, в Ютубе... Простите. Видел, видел, Дим, видел? О, все. Это был он. Вот. Карен, все? Врубай. Давай.